я хотел бы сказать несколько слов о том, как правильно разучивать английские песенки. О том, как разучивать их так, чтобы вы звучали как исполнитель. Или даже лучше. Распечатайте текст и стрелочками проставьте повышение интонации. The Toy Box Chant. What's in the toy box? Let's see. There's a rocket and a robot and a panda for me. There's a nice gorilla and a skateboard too. Oh, there's a teddy bear. That's for you. Так, затем постарайтесь повторить это максимально медленно. По всем правилам английской фонетики. Естественно, предварительно необходимо ознакомиться с этими правилами. Я вам крайне рекомендую Дэвида Скондо. Найдите его в YouTube. Для чего медленно? Для того, чтобы ваши мышцы запомнили правильное движение. И потом при ускорении двигались соответственно. Здесь возможно преувеличение. What's in the toy? Это не русское Т, Толя. Toy box. Это не русское Б, Борис. Box. Let's see. There is a rocket. И это не a pause, rocket. Обратите внимание, все артикли, предлоги, короткие слова мы соединяем между собой, если они стоят рядом, и присоединяем их к следующему слову. Для чего? Чтобы ваша речь звучала плавно, чтобы вы не спотыкались на каждом артикле. Вы как бы поете, вы выдыхаете. A rocket, a rocket, a rocket. Не a pause, rocket, a rocket. And a robot, and a panda. For me, there is a nice gorilla and a skateboard too. Oh, there is a teddy bear. That's for you. Так, сейчас давайте попробуем спеть эту песенку в унисон с оригиналом. Если есть возможность, запишите себя на видео или на диктофон. Для чего? Вы сможете увидеть сами свои ошибки. На видео все становится явным. Моменты, где вы не дотягиваете гласные, где вы оглушаете звонкие согласные, где вы не попадаете в ритм, становятся видны. Итак, попробуем. The Toy Box Chant. What's in the toy box? Let's see. There's a rocket and a robot and a panda for me. There is a nice gorilla and a skateboard too. Oh, there's a teddy bear. That's for you. Ну и чтобы изучение было не таким скучным, можно немножко подурачиться. Можно понизить свой голос или повысить, или спеть эту песенку голосом вашего любимого актера, например, голосом пирата. What's in the toy box? Let's see. There is a rocket and the robot and the panda for me. There is a nice gorilla and a skateboard too. Oh, there is a teddy bear. That's for you. Ну, примерно так. Удачи вам с разучиванием песенок.